Всем привет, я Рушан Аскеров, и специально для LegalBet попытаюсь сделать прогноз на последний матч в группе Лиги Чемпионов Лилль-Челси. Обе команды довольно много пропускают, к тому же Челси удивляет своей нестабильностью в АПЛ. Два последних матча команда проиграла, и проиграла Эвертону, что вообще не укладывается ни в какие рамки. И Эвертон одна из самых слабых команд сейчас в АПЛ, и тем не менее Челси умудрился проиграть им. Но Лилль в последнем туре группового турнира вообще ни на что не рассчитывает, у команды всего одно очко, и единственное, что она может рассчитывать, просто хлопнуть дверью. Челси борется за выход, вплоть даже до того, что может выйти с первого места, в зависимости от того, как сыграют Аякс и Валенсия, поэтому будет идти вперед. Я думаю, что обе забьют, поскольку оборона Челси далеко не безгрешна. Челси не проиграет.